Ну, в общем, от Палыча мы нашли на Новосадовой. Приехали. Здесь когда-то мы часто были. Здесь у меня мама жила, Насипенко. Вот там от Палыча магазин. Сейчас пойдем зайдем. Я не знаю, здесь снимать можно, нет, поругают меня. Имбирная реклама. Приправа курицы, да? Бибит. Здесь все для этого, наверное. Терияки, вот, пожалуйста. Сибирька. Так, филе скумбрии. Ух ты, а сетра натуральная, 500 рублей. Не хочешь взять? Рулетики из вяленых томатов с тунцом. Лисички, грибы, маслят. Пока не поругают, буду снимать. Сейчас поругают, значит, выключу. Овсяная каша. В общем, полно всяких вкусняшек. Льняное масло, да, 290 рублей. Оливковое масло можно взять. Рафинированное рисовое оливковое для детей. Кофе. 544. А ну молотый уже, да? Наверное. Угу. За 200 грамм 544 рубля. Абхазский тирусы. Мед. Доник. Белая абхазская гречиха. Мои любимые пироженки. Пироженки мои любимые. Сколько они стоят? 162 рубля. А к нам почему так дороже привозят? А, вкуснотища. Вкуснотища. Варенье из груш. Мармелад луковый. Варенье из вишни с шоколадным коньяком. Черничная маргарита. Обалдеть, сколько вкусняшек тут. Деда, что будем брать? Магазин скупать, что ли? Нет, ты что, тут дорого все. Почем тут они? Пельмени классические. 170-460. С творогом. Котлеты деревенские. Ну, в общем, цены вот такие. С творогом, с изюмом. А там что? Что там, почему они? Сейчас колбаски. Сыровяленые, соленые, традиционные. Блин, изобилие всего. А, сыр. С
Саша. Сыр, что ли? Да, да, к нам возили сейчас камамбер, это. Камамбер, что какой-то? Он не камамбер, но... Продают. Большая банка, знаешь. Конфетюр из красного лука, Саш. Красного лука? Да. Там пасека. Вот лимон. Брызгать. На рыбку брызгать. Вот что я хочу. Вот что я хочу. Белая дача. Микрозелень. Вот. Руккола, кресс, клевер, редис. Смотри, они там уже выросли, видишь, вон, на микрозелени. Прям срезай, кушай. А сколько это стоит микрозелень? 150. Ой, можно взять. Там красные, что-то как. Смотри, выращенные, да. Красиво, как здесь в магазине, вообще прелесть. Кофе тоже, нет? Вяленое мясо. Мясо вяленое. Да. Рыцарский заяц. Курица. Рыцарская курица. Индейка, здесь говядина. Что, попробовать хочешь? Да, ну я смотрю просто. Сколько здесь грамм? Заяц. 50 грамм. Лось. 50 грамм. Ну что, попробовать-то можно взять? Семечки тоже рыцарские. Оленина. Состав: оленина, соль, специи. В марте приготовили, Саш. Как красиво здесь, да? Пожалуйста. Вам. И выпить, и закусить. Давно я мечтала в этот магазин попасть. И не зря я съездила сюда. Такая-то что? Амаретто Сибона, ликер Амаро Сибона. По акции с красными ценниками. Прянички от Палыча.
пожалуйста, тут супчики. Даже супчики есть, что ли? Да, супчики. Борщ, масло. Салатики. Огрошки. Здоровый перекус из фруктового ассорти. А это супчики, что ли? Супчики второй. Ой, как все красиво. Ракушки, видите, какие большие? Набор мучных изделий. Кондитерский. Инжир в белом шоколаде. Масло. Кокосовое молоко, сливки. Пюре из манго. Лук жареный. Соусы. Брускетта из томатов, пельмени. Маслинки. Так, оливковое масло. Экстра вирджин. Утка с грушей. Курица с тыквой, кролик, телятина. Паштет из утки. Паштет из печени куриной. Лисички маслята. Соус песто. Ризотто. Что там, кофе есть?
А ты будешь кофе? Это конфитюр из апельсинов, из груш, из мандаринов, из инжира. Так, это что? Джем из инжира, варенье из грецких орехов, из белой черешни. Как интересно все. Села попить кофе.